Слава Украине! Героям слава! Сегодня 1 апреля, День всех россиян, и прошло уже 37 дней, как нацистская Россия и предательская Беларусь напали на Украину. В честь Юмарины в Одессе будут несколько акций, как, например, то, что возле ЖД вокзала поставили танк с надписью «На испуг». Ну и может в центре там что-то проведут, патрулят россиян. С сегодняшнего дня еще выключили отопление в Одессе. И появились новости о российских кораблях тут, не в акватории Черного моря. Там их около 6 штук, 3 из них десантные. И вроде их даже загрузили войсками. Ну посмотрим, чем это все закончится. В соседнем Николаеве продолжают разбирать завалы госадминистрации. Там уже 27 погибших. Россиян не простят. А в Николаевской области идут бои. Наши вытесняют орков из сел ближе к Херсонской области. И можно видеть, как люди радуются, когда приходят настоящие освободители, а не русские орки. Ну и, конечно, украинские геликоптеры передают привет нефтебазе в Белгороде.